Вітаю! В ефірі програма «Позиція». Світ відзначає День боротьби з гепатитом. Про лікування та про те, як вберегти себе від цієї недуги, говоримо з завідуючим науковим відділом вірусних гепатитів та СНІДу Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Сергієм Федорченко. Пане Сергію, вітаю! Тож, чи є гепатит проблемою для українців? Добрий день, дорогі слушателі! Для того, щоб представити объемность и масштабность проблемы, связанной с инфекцией вирусом гепатита С, необходимо привести несколько цифр. Первая цифра – это количество инфицированных во всем мире. Количество инфицированных вирусом гепатита С во всем мире колеблется от 180 до 200 миллионов человек. Если говорить о странах и распространении этой инфекции по регионам, то существуют страны, где среди, в скобках, здорового населения примерно 40-50% живущих в этой стране инфицированы вирусом гепатита С. Такой страной, к примеру, является Египет, где примерно 40-45% всего населения, которое живет в этой стране, инфицированы вирусом гепатита С. И еще одна цифра. Вирус гепатита С является одним из основных этиологических факторов, который приводит к развитию цирроза печени и первичного рака печени. Вот, к примеру, если взять все случаи первичного рака печени, так называемой гепатоцеллюлярной карциномы, то доля в развитии этого заболевания, которое приходится на вирус гепатита С, составляет примерно 45-60%. Вот такие масштабы епідемії хронічного гепатита С в світі. А щодо ситуації в Україні? Ви знаєте, ситуація в Україні складається, я би сказав, драматично. Ще около 8-10 років назад, по даним скринінгових дослідувань, ми розуміли, що приблизно інфіцировано 3% населення. Согласно Всемирной организации здравоохранения, это средний уровень инфицирования населения в данном регионе. Однако проведенные исследования в последние полтора-два года показали, что процент инфицированных в Украине составляет примерно 8-9%. Если мы пересчитаем на количество населения, которое проживает на данный момент, мы поймем, что примерно около 3,5-4 миллионов человек живут с хроническим гепатитом С. А чи діє держава у протидії цьому захворюванню? Якісь державні заходи, програми? Ви знаєте, за останні 3-4 роки во всьому світі, і в тому числі і в Україні, відбувся прорив научний в відношенні методів лічення цього захворювання. Сучасні методи лічення дозволяють добитися повного виздоровлення приблизно в 95-98% випадків. Что касается участия государства в разработке и реализации программ по лечению пациентов с хроническим гепатитом С, существует три основных источника финансирования. Первое – это источник Министерства здравоохранения, где ассигнуются финансы на закупку противовирусных препаратов. Второй источник – это Академия медицинских наук Украины, к которым относится и наш институт. И, наконец, третий источник – это местные источники из областных и районных бюджетов. Для того, чтобы представить, какое количество пациентов заходит благодаря этим государственным программам, я могу привести статистику, вот, допустим, 2018 года. В 2017 году Академия наук очень хорошо нас профинансировала. Мы закупили много разных режимов терапии в зависимости от генотипа. И примерно в 2018 году в рамках Института эпидемиологии инфекционных болезней мы завели на терапию примерно около 900 пациентов. Для того, чтобы вы составили представление, какое количество пациентов зашло в рамках финансирования через Министерство здравоохранения, это количество пациентов будет исчисляться примерно 1800-2000 пациентов. За счет местных бюджетов это вообще мизерная доля пациентов, там несколько сотен.
Ясно, что если такими темпами мы будем включать в лечение пациентов, то острота этой проблемы не уменьшится, потому что мы имеем армию примерно 3,5-4 миллиона пациентов с хроническим гепатитом С. Если в рамках госпрограмм и программ, которые финансируются Академией наук, будет ежегодно заходить даже 3-4 тысячи пациентов, ясно, что мы не сможем решить эту проблему в рамках всей страны. Дякую. Ось ви казали про хронічну форму захворювання. Тобто людина може мати хронічний гепатит, і вона може про це не знати? Совершенно верно. Когда-то еще лет 5-8 назад хроническую HCV-инфекцию называли ласковым убийцей. Из-за того, что клинические симптомы этого заболевания стерты и могут стимулировать другие заболевания или состояния. Поэтому вопрос в отношении исследований лабораторных на наличие этой инфекции или отсутствие инфекции исходит из того, входит ли этот конкретный пациент в группу риска. Что такое группа риска? Надо сказать, что, вот, допустим, среди здорового в скобках населения процент серопозитивных примерно около 8%. Это люди, которым совершенно случайно провели лабораторные исследования. Если мы берем пациентов, которые находятся на гемодиализе, процент инфицированных составляет примерно 80-90%. Если мы берем группу лиц, так называемых парентеральных потребителей наркотиков, то процент серопозитивных лиц 50-60%. И, наконец, группа пациентов с ВИЧ-инфекцией примерно 80-90%. Они имеют также инфекцию вирусом гепатита С. Поэтому каждый может оценить, входит он в ту или в другую социальную группу, какие риски в этой группе. И уже исходя из рисков, он решает вопрос в отношении проводить лабораторные исследования или же нет. Власне, як розпізнати вірус і що потрібно робити першочергово? В разі його виявлення. Ви знаєте, ну, необхідно сказати, що, допустим, в участі пацієнтів, допустим, група беременних жінок, в течение беременности вони дважды проходять исследования. Поэтому в случае выявления факта инфицирования вирусом гепатита С, необходимо прежде всего провести дополнительные исследования у специалиста. Специалист – это специалист в области гастроэнтерологии или же гепатологии, или же специалиста в области инфекционных болезней. Почему это важно? Потому что даже при наличии антител к вирусу гепатита С, примерно у 15% пациентов они самостоятельно выздоравливаются, они инфицируются, но иммунная система у них достаточно эффективно срабатывает, и они без лечения выздоравливают. А антитела у них присутствуют в сыворотке крови. Поэтому для того, чтобы провести дифференциальную диагностику между этими состояниями, нужно провести дополнительные исследования. Если же все-таки диагноз подтверждается, и пациенту ставят диагноз хронического гепатита С, в настоящее время есть возможность зайти на лист ожидания и дождаться государственных программ или в рамках финансирования Министерства здравоохранения, или же в рамках финансирования местных бюджетов, или же Академии медицинских наук Украины. Пане Сергій, ви казали про вагітних жінок, які проходять обстеження двічі. Чи передається гепатит від матері до дитини? Ви знаєте, этот вопрос был достаточно хорошо изучен, особенно в регионах, где процент серопозитивных пациентов на наличие антител вируса, к вирусу гепатита С достаточно высок. Это южные регионы Италии, Греции, Албания, Румыния. Если у беременной женщины нет ВИЧ-инфекции, то вероятность вертикальной трансмиссии, это называется вертикальная трансмиссия, не превышает 1,5-2%, то есть очень низкий. А вот если у беременной женщины есть еще и ВИЧ-инфекция, то вероятность вертикальной трансмиссии увеличивается до 10-15%.
Ми знаємо, що гепатити бувають 5 видів. Якщо можна коротко, да, що це за види і в чому полягає їх різниця, ступень захворюваності та і небезпеки? Ну, ви знаєте, всі вірусні гепатити можна розділити на дві великі групи. Це вірусні гепатити з фекально-оральним механізмом передачі. К таким гепатитам відноситься вірусний гепатит А, вірусний гепатит Е. И группа парентеральных вирусных гепатитов, которые передаются через кровь или дериваты крови. Это прежде всего гепатит С, гепатит В, гепатит Дельта. Вот это вот пять основных видов гепатитов, с которыми мы сталкиваемся в реальной клинической практике. Чем, давайте более подробно остановимся на парентеральных гепатитах. Почему? Вирусные гепатиты А и С для украинского региона не столь актуальны. Все-таки это проблема стран с тропическим и субтропическим климатом и с низкой социальной бытовой культурой. Это страны Юго-Восточной Азии, это страны Средней Азии, Узбекистан, Таджикистан. Поэтому с гепатитом А мы сталкиваемся вот на территории Украины, как правило, это завозная инфекция туристов, которые посещали эти эндемические регионы земного шара. То, что касается парентеральных гепатитов, то здесь доминирующее все-таки значение имеет хронический гепатит С. Почему? По распространенности среди украинской популяции. Вот, гепатит, который имеет торпидное инопарантное течение без четких клинических симптомов. Инфекция, которая часто диагностируется уже на фоне, когда у пациента развивается цирроз печени или первичная гепатоцеллюлярная карцинома. Хронический гепатит В, в общем-то, это контролируемая инфекция, потому что есть вакцина от HBV-вирусной инфекции. И в роддомах новорожденным вводят эту вакцину и проводят ревакцинацию в течение первого года жизни. Поэтому хроническая HBV-вирусная инфекция не столь актуальна. Тем не менее, в рамках финансирования программ по лечению гепатита В, которые финансируются Академией медицинских наук Украины, в рамках вот нашего института есть программы бесплатные для лечения и хронического гепатита В. Добре, а скажіть, будь ласка, чи відсліджуються дані, де найбільше заражаються українці гепатитом? Де джерела, чи гарне? Ви знаєте, епідеміологічний аналіз показав, що все-таки це групи риска. Це групи риска, це потребителі ін'єкційних наркотиків, це ВІЧ-позитивні, це пацієнти, знаходящиеся на гемодіалізі, это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, которые вынуждены долгое время проводить в стационарах, где им проводят инвазивные медицинские обследования и парентеральные вмешательства. Вот, пожалуй, вот эта группа пациентов является группой риска, если говорить об украинской популяции. Ви ще казали про те, що гепатитом заражаються за кордоном, да, під час відпочинку. Чи можуть якось туристи перед тим, як відбувати до тих чи інших країн, якось зарадити тому, аби не бути хворим на гепатит? Є кілька варіантів обезопасити себе від інфіцирування, допустим, вірусом гепатита А. Ну, можна зробити вакцину приблизно за місяць до того, як ви поїдете в цей ендемічний регіон. Можно ввести специфический гамоглобулин, допустим, за 2-3 дня. Он обезопасит вас от инфицирования примерно в течение 1,5-2 месяцев. Но самое простое – это соблюдать обычные гигиенические мероприятия уже в этой стране. Прежде всего, это мыть руки перед едой, это потреблять бутылированную воду, ни в коем случае не употреблять воду из открытых источников, и потреблять термически обработанную пищу. Вот если вы соблюдаете эти три правила, то вы ни при каких обстоятельствах не заразитесь. Не за кордоном и не вдома. Нет. Пане Сергій, дякую вам за розмову.
Нагадаю, з нами був завідуючий науковим відділом вірусних гепатитів та СНІДу Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Сергій Федорченко. До побачення.